Анапчанин завоевал золото мирового первенства. В Казахстане состоялось первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. На соревнованиях отличился спортсмен Анапской детской юношеской спортивной школы номер 4. Анапу, Краснодарский край и Россию в весовой категории плюс 90 представлял Николай Фединович, который занял первое место и стал двукратным победителем первенства мира. Поздравляем спортсмена и его тренера, преподавателя Александра Толовского и желаем дальнейших побед.